Фу, ну вот я и доехал до Димкиного места. Вместе с ним когда-то работали. Он тут устроил такую турбазу. Вон его на телефон, наверное, скорее всего. Выехал чисто встретить закат, солнце и чайку попить. Ну и речку сейчас послушаю, как она шуршит. Не грохнуться бы тут кто-то. Так тихо. Только шуга шуршит и птицы где-то. Сегодня где-то минус
Ну, минус 10 ночью было точно, сейчас минус 6, минус 5 может быть. Где-то так. Оба. Так, и печенюхи. Мои. Какие. Наверное, вот здесь сяду. О, с видом на речку. Вот так вот. Чисто попить чая. Это сейчас слышали, такой типа взрыв был. Это самолет, звуковой барьер прошел. Или форсаж включил. Вон и звук самолета появился. Я раз как-то дома сидел, такой бабах, взрыв сильный. По окну выглядываю, смотрю, люди ходят спокойно, ничего, никуда. У меня аж окна были приоткрыты чуть-чуть летом. И прямо их качнуло так, здорово качнуло. Самолет, оказывается.